Так, это ABC Games. Испытание. Доставка. Так, мы не можем пройти ее. Вытащить утопленный грузовик. Попробуем. Все или ничего. Меньше комментариев, больше дела. Погнали. Пора уже пройти это задание. Так, выбираем правильную траекторию. На команде сейчас протопчем. И на крайзе потом тоже проедем, надеюсь. Раз должен быть помощнее, мне кажется. Сейчас на КамАЗе проезжаем, на крайзе не может. Отличный путь. Проделали. Посмотрим, что получится. Как говорится, не говори гоп. Берем повыше. Блин, елки, это тоже проблема. Давай, давай, давай. Траектория не очень по душе такая. На крайзе опять можем стрейк походить в ситуацию. Все же прошли. Так, сейчас третья переправа будет. Тут же ближе к нему все-таки вывалить. С этого берега, с того попробуем потом. Сейчас вот здесь нужно понять. Попробуем как-то вот так. Не пробуем ничего, правда. Может быть. Так, хреново дела, стаскивает. Назад. Так, попробуем прямо. Блин, стащит ли сейчас? Кто-то рискует. Все, потащило. Может все-таки КамАЗ справится. КамАЗ вперед. Пока что. Блин, КамАЗ выкарабкался. На крайне что-то опять сомнение. Как походу здесь вот стрянут.
Первый пришел. Так, ладно. Ну давай, класс. Попробуем еще раз. Первую реку довольно-таки просто. Вторая проблема. Рискнем. Давай, 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 давай. Гриби, 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 гриби. Так, второе преодоление. Практически с легкостью. Так, далее. Третью, так, как мы на КамАЗе-то пришли? Практически прямо, по-моему. Попробуем вот так кстати. Так, по-моему, не пробовали. Там вот елки, что-то мне не нравится под водой. Давай цепляйся за что-нибудь. Давай, 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 давай. Вот и третью пошли. Тоже кажется, что так просто. Ух ты. Чуть вас не потеряли.
Так, ладно, ставим здесь. Отцепить прицеп. Ну, попробуем достать утопленника. Посмотрим, что у нас выйдет. Если не выйдет, значит, это будет фиаско, конечно. Так, еще бы определить, куда все-таки выгоднее попытаться. Не совсем понятно. Что-то прям совсем глубоко сразу походит. Так, друзья, начинается самое интересное. Потихонечку будем сдавать. Очень крутой берег здесь. Уже опасный уровень воды. Ну давай же. Так, доступен. Пробуем зацепить. Ну давай. Тащи, красавчик. Давай, 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 давай. Будем здесь глубоко. Давай, поднимайся. Ты можешь. Не хочет тащить. Блин, это да. Ой, совсем ничего и не может. Совсем не двигается. Как же тебя вытащить? Не получается. Попробуй куда-нибудь сюда его подтянуть. Mm-hmm.
Ребят, ни в какую время. Давай, 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 давай. Пошел вроде потихонечку. Неужели у берега встало то? Давай цепляйся. Давай, давай, цепляйся. Не хочет выкарабкаться. Вот. Пошел, пошел, пошел. Это было сложно, но возможно. Сейчас мы должны вытащить его. Походу нет. Походу его надо по той траектории тащить. Что я сам ехал. Да, точно. Поворот. И тащим его на базу. Все. Это победа. Наконец-то. С четвертого раза. По-моему, даже еще пробовал там без записи. Сейчас мы попробуем его отремонтировать, если это возможно. Так, заглушить, зацепить. Что тут у нас есть? Тут нету такой функции. Может быть. Вот есть. Так, у вас пересесть. А, я сейчас его выберу. Ремонтировать он ни хрена не может, значит. Ага, так, ладно. Нет топлива. Посмотрим. Два 30. 5.11. Погнали. Дальше. Так. Thank you.
Так, едем дальше. Так, а что если попробовать? Так, ладно. Поедем за ним. Так, давайте попробуем, можем мы сейчас заправить с КамАЗа у вас, если миссия сейчас не закончится, то попробуем. А, все. А, мне нужно было комментировать провальный материал на сайте, на эти дополнительные задания. Играем в удовольствие. Ну, прошли. Всем пока. Будем проходить дальше.